Эргемин, съешь что-нибудь чуть-чуть. Они ложка хачера, я не хочу. Ну, так же нельзя, Ойка, тебе надо поесть немного. Давай, я тебе на скорую руку сделаю гренки, а? Нет, необходимости, бабушка Хаджи, спасибо. Я открою. Доброе утро. Доброе утро. Наша девочка готова? Дадите нам 5 минуточек. Конечно, можно. Тогда мы подождем на улице. Ладно. Ойка. Давай, приготовься. Нам надо выходить. Доброе утро, Ойкю, как ты? Я в порядке. А вы попрощайтесь, я жду тебя в машине. Ах, мой темный ягненочек. Куда же ты идешь? Я же не уезжаю слишком далеко. Сядешь здесь в маршрутку и приедешь со мной увидеться. Конечно, приеду, и я соскучилась по тебе, мой темный ягненок. Соскучилась. До встречи, бабушка Хаджи. До встречи. Пойдем, милая моя, пойдем. Увидимся. Ойка, тебе здесь очень понравится. Ты будешь каждый понедельник ехать на школьном автобусе в школу. Будь спокойна на этот счет. Мы встретились в твоей школе с учителем, они знают об этой ситуации. Мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы твой распорядок не нарушился. Не волнуйся, ладно? Ладно. Ойка, твои вещи распакованы. Давай, пойдем с тобой в комнату игр. Что скажешь? Ну, посмотри, тут есть и комната для игр. Отлично. Сестра Джандан. Моя красавица. Иди. Ойки. Не смей бояться, ладно? Ты не одна. Ты можешь позвонить мне, когда захочешь. Я постоянно буду навещать тебя. Я даже приведу тетю Минфиде, ладно? А когда папа вернется, он тоже придет, да? Конечно, он придет, милая моя Ойки, конечно, придет, ты не волнуйся. Разве твой папа бросит тебя здесь? Он просто не знает сейчас об этом, но он обязательно придет, когда узнает. А если папа позвонит тебе, скажешь ему, что Ойки спрашивала о тебе? Конечно, скажу, мой ягненок, разве я могу не сказать? До встречи. До встречи. Давай-ка. Давай, пойдем. Ойке познакомимся со своими друзьями. Госпожа Борджу, я хочу удочерить Ойке. Вы можете помочь мне по этому поводу? Что мне нужно сделать?
Здравствуйте, учитель. Добро пожаловать, учитель. Добро пожаловать. Я привела к вам Ойкё. Сегодня ее первый день в приюте. Добро пожаловать, Ойкё. Подойдешь сюда? Ребята, минуточку внимания. Давайте познакомимся с нашим другом Ойкё. Привет, Ойкё. Моя милая, ты можешь познакомиться со своими друзьями? Айше? Добро пожаловать, Ойкё. Добро пожаловала, Айше. Я была очень удивлена, когда увидела тебя, но и очень обрадовалась. Не расстраивайся. Ты сразу же привыкнешь, и так. Я тебе помогу, ладно? Ладно. Благодарю. Все нормально. Давай я тебя познакомлю со своими друзьями. Гюзель, это Ойкё. Ойкё, Сыла. Вот сюда. Ты продолжай, я скоро приду. Ойкё, ты в порядке? Да, я в порядке. Но ты выглядишь очень грустно. Нет, ты уверена? Да, я уверена. Давайте. Пришла команда волонтеров анимации. Мы собираемся в зале внизу, ладно? Они скоро начнут. Давайте. Ойкё, давай пошли. Я не пойду. Нельзя. Ты соскучишься здесь одна. Я правда не хочу. Нельзя. Ты пойдешь. Пойдем. Давай. Но они реально делают классные трюки. Они нас очень веселят. Держите, детишки. Держите. Да, держите, берите больше. Только спокойно, спокойнее. Шоколад. Держи, давай. Давайте сыграем во что-нибудь. Да, жмурки. Жмурки, давайте. Давайте. Прячьтесь, отступайте немного. Ну-ка, давайте. Давайте, выстраивайтесь в очередь. В круг, все вместе в круг. Давайте. В круг. Начинаем, начинаем, давайте. Давайте, мы готовы? Не слышу. Не понял. Отлично, да, молодцы. А теперь тишина. Ладно, вы слушайте меня. Мы все вместе будем играть в прятки, ладно? Ты, кажется, не любишь играть в игры. Нет, люблю. Почему тогда не играешь? То есть мне нравится больше смотреть, поэтому, кстати, благодарю. Я понял. Ты из-за чего-то расстроилась. Послушай, ты можешь рассказать мне. Клоуны самые близкие друзья детей. Они очень хорошо хранят секреты. Нет, с моим настроением все довольно нормально. Нашел. Ты соскучилась по своему папе. Тебе-то что? Что значит тебе-то что? То есть нельзя так отвечать клоунам? Может, я увижу твоего папу? Если есть что-то, что ты хочешь сказать ему, я пойду и скажу. Интересно, где же ты увидишь моего папу? Интересно, где же ты увидишь моего папу? Ты разве не знала? Клоуны совершают чудеса. О, поверить не могу. О, поверить не могу. Смотри, как я совершу его. Вот тебе небольшое чудо. Это же мой самый любимый герой, моей самой любимой книги. Это очень красиво. Знаю. Папа. Слушаю, красавица моя.
Не показывай, не показывай. Садись, давай руки. Давай ручки. Папа, я очень испугалась, когда подумала, что больше никогда не увижу тебя. Ты плохо знаешь своего папу, малявка. Разве папа тебя оставит одно? Папа. Я очень прошу прощения за то, что оставила тебя и ушла к отцу. Это не проблема, дочка. Я ведь не разозлился на тебя. Правда? Правда. Я знаю, как моя дочка любит своего папу. Ты, может, и выбрала в суде отцу, но этому обязательно есть логическая причина. Но не сейчас. Сейчас мы об этом говорить не будем. Сейчас мы не будем говорить об этом, потому что сконцентрируемся на другом, ладно? Чем ты занимаешься? Ты в порядке? Принимаешь таблетки? Принимаешь? То есть... Папа. Мои лекарства. Один из них закончился. Закончился? Я же снова не заболею. Нет, нет, дочка, прекрасная моя, ты не заболеешь снова, не волнуйся. Завтра я куплю тебе твои лекарства и принесу. Ладно, обещаю, принесу, обещаю. А меня ты заберешь? Я уже хочу быть с тобой. Малыш, я тоже хочу быть с тобой. Но нам нужно немного времени, твой папа все решит. Мы вытерпим это, ты забыла, мы с тобой очень сильные. Мы сильные, сильные. Учитель тот кое-кто не хочет играть. Ну так нельзя, Ойку. Давай беги к друзьям. Давай, мы все вместе ждем. Ладно, тебя. Мы идем. Минуточку. Или это брат Угур? Да, Ойку, разве он не получился некрасивым, господи боже. Минутку, минутку. Среди нас есть беглец. Погодите минутку, я сейчас приведу его. Значит, тут есть беглец. Нет, я не беглец. Девочка моя родная, я очень скучаю. А я по тебе. Ну, дядя. Дядя. Мы поймали беглеца. Вот тебе. Вот он. Поймал? Ну, брат, клоун, пусти. Итак? У меня получается. Как ты это делаешь? Откуда мне знать, друг? Смотри. Спрятал я, значит, это здесь. Я видел. Я видел. Я видел. Ты в туалет хочешь, мальчик, да? Почему прыгаешь? Мы тоже видели. Тоже увидели нитку? Да. Молодцы, умники. Здесь была нитка, верно? Отлично. Ты правда невероятен. Итак, друзья, на сегодня хватит. Поблагодарите наших братьев. Друзья, нужно поблагодарить. Спасибо большое. Пожалуйста. Учителя, они могут снова прийти? Вы же сможете еще раз прийти? Мы придем. Придем, детишки. Не волнуйтесь. Мы снова придем, ладно? Не расстраивайтесь. Да. Тогда давайте помашем. Давайте. Айше, держи. Большое вам спасибо. Мы вам очень благодарны. Мы снова придем. До свидания. Мы будем ждать вас снова. Папа, пожалуйста, не уходите. Дочка, не волнуйся. Я приду завтра, приду. Принесу твои лекарства. Ты же придешь, да? Обещаю тебе, я приду. Да.
Ты погляди на нее. Все к лицу моей дочери, все подходит. Давай, Димир, нужно идти. Милая, не расстраивайся, мы снова придем, ладно? Это палец, а губка была внутри него. Держи. Мальчик ничего не знает. Там была нитка. Вот так вот всю длину показал. Ладно, давай, до встречи. До встречи, Уики. Давай, парень, пойдем. Папа. Дочка. Как я соскучился, парень, как я соскучился. Ты видел, она выросла, прям выше стала за 2 дня. Да, брат, действительно подросла. Скажу кое-что, парень, ты крутой. Как ты додумался до идеи стать клоунами? Мы ведь тоже по себе сами умные. Значит, у тебя есть свой ум. Ладно, скажу кое-что. Мы завтра тоже придем, я принесу лекарство IQ. Сынок, как мы придем? Нельзя проводить 2 дня подряд мероприятия, они узнают. Сынок, мы должны прийти. Я принесу ее лекарство. Ладно, парень, не хмурься сразу. Ладно. Мы решим, не получится, позвоним Мехмету. Скажу, чтобы принес нам другой костюм. Сегодня были клоунами, а завтра станем уборщиками. Но обязательно войдем внутрь и увидим нашу девочку. Именно так, брат мой. Открывай дверь, господин Вейсей. Гляди, вот тебе отличный фокус. Доброго дня. Давай, до встречи. Глянь, поднимай руки. Опа! Ты почему чешешься? Сам не пойму, друг. В шею, что ли, подцепил? Как зайду домой, сразу же помою голову. Стой, стой, стой. Что такое? Дома кто-то есть. Что? Правда, парень, дома кто-то есть. О чем ты? Я ничего не пойму. Уходим, я говорю тебе, дома кто-то есть. Шагай. Он все еще может быть дома. Димир, не будь параноиком, идем. Какая паранойя? Я пометил дверь, смотри. Смотри. Парень, быстрее, сам же говоришь торопиться и сам ждешь. Иду, погоди минуту. Я устроил ловушку с помощью медной нити. То есть кто-то открыл дверь. Шагай, брат, мы уходим. Клянусь, тебя можно бояться. Давай, брат, уходим. Сунгир, черт, Сунгир, если и ты нас кинул. Подонок, брат, давай уходим. Ладно, брат, но куда мы сейчас пойдем? Не знаю, брат, давай сначала уйдем под... Но ты не сможешь вывести отсюда, потому что есть еще... Ой, Кю, дорогая, да? К тебе посетители. Кто? Твоя сестра Джантан, правда? Да. Давай пойдем, она ждет тебя в коридоре. Сестра Джантан, милая моя. Как прошел твой первый день? Прекрасно прошел. Отлично, я очень рада. Я вижу, что с тобой все отлично. Да, я в порядке. У меня для тебя есть сюрприз. Это тебе. Что это? Открой и посмотри. Она очень красивая. Очень, давай. Смотри, она не на молнии, есть пуговицы, то есть не испортится. В худшем случае может оторваться пуговка, и ее как-нибудь можно будет пришить, правда? Да. Сестра Джантан. Большое спасибо за куртку. Не за что, моя милая. А тебе очень идет. Да, и цвет, и фасон очень красивые. Посмотри, давай.
Ойкю, дорогая. Слушаю. У меня на самом деле есть новость для тебя. Какая новость? Я выхожу замуж. Что? Выходишь замуж? Правда? Правда. То есть, на самом деле, не по правде. Это ради тебя. Потому что, если я буду замужней, то мне будет легче забрать тебя к себе. Мне так сказали. Ладно, а за кого? За Мурата? За Мурата? Уф, сестра Джандан. Ну, Ойкю, дорогая, я ради тебя. Сестра Джандан, прошу, не делай ничего такого. И вообще, отец вытащит меня отсюда. Твой отец вытащит? Да? Он так сказал. Когда он сказал? Ойкю, дорогая, ты когда видела отца? Где ты его видела? Нет, это... Вообще-то, я не видела. Ну? Мой отец не оставит меня здесь. И тогда тебе не нужно будет уже выходить замуж за этого надменного Мурата. Ну, Ойкю, я... Сестра Джандан, прошу, ну не делай так. И вообще, я знаю, что ты не хочешь за него замуж. Ойкю, давай пойдем, пора ложиться спать. Осторожней, друзья, не бегите. И еще раз благодарю за куртку, сестра Джандан. Не за что, моя милая, носи на здоровье. До свидания. Доброй ночи. Доброй ночи. Алло, слушай, Мурат. Джандан, как ты? Хорошо, как сам? Я тоже в порядке. Что я хочу сказать? Я только что разговаривал с родителями. О чем? Насчет брака. Буду краток, мама очень тепло восприняла наш брак. И вообще, ты знаешь, как она сильно тебя любит. Она очень обрадовалась. В самое ближайшее время тебя ждет ужин. Мурат, разве сейчас, правда, нужно было нечто подобное? В конце концов, мы говорим о фиктивном браке. Ладно, Джандан, но я про это не смог сказать женщине. То есть, пока что не смог. И вообще, ей тоже очень сложно будет это так принять. Я подумал, что мы вместе объясним ей. Поняла. Что ж, они с отцом в ближайшее время ждут нас. Мурат, у меня пока что очень много дел в клинике. Мы, может, ненадолго отложим это дело. Я тут собралась тоже побыть с мыслями, а? Хорошо. Конечно. И вообще нечего торопиться, я жду твоего звонка, хорошо? Хорошо. Увидимся. Увидимся. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.